Даже пережимать не надо, мне так тупо сейчас, мне кажется, у меня просто надуется уже. Что, жгут? Да, давайте. Ты тут, блин, не бежишь. Сам себя ушатал. Нормально? Да, потуже даже можно. Может, потуже? Угу. Ну, руку покачайте. Что, давайте? Готов? Да. Уже выпустили все эти пузырики. Ага. Все на месте. Ты не переживай, не переживай. Прививку где-то делали? И уколы делают постоянно. Да. Это все не проблемы, да. Ну. Главное, чтобы все нормально было. Как ты, Макс? Так, зажми. Зажми, все. Че, как самочувствие? Давай жгут уберем. Жгут уберем. Да, пока зажми руку вот так. Руку зажимай и держи. Что чувствуешь? Прилив энергии, бодрости. Ничего. Ну, агрессии явно нет у тебя, спокойно. Ну, кстати, это уже... Агрессии нет. Уже ну, плюс. Как будто вообще ничего. Просто ничего не замечаю. Ну, может быть, организму еще привыкнуть надо? Я же говорю, то, что из-за того, что там убрали то, все, вот это вот вредное вещество убрано, то убрано, и, по сути, превратилось что? Просто витаминка, блин? Ну, получается так, наверное. Ну, витаминка не витаминка, но те вещества, которые были, их нельзя использовать на территории Российской Федерации. А вы вообще много лет работаете? Я работаю уже более 20 лет в этой сфере. Ну, врачом, да? Или врачом, да. И то, что касается всех вот этих вот веществ. Макс, ты что? Что случилось? Ты слышишь? Вот и начало действовать. Вот. Чё? Голова кружится? Что-то фигня. Хуйня какая-то. По-моему, это вообще не, даже близко не то. Даже вот близко. А можете еще как-то, я не знаю, попробовать поработать? Где может быть вещества? Давайте подумаем еще, поработаю вот именно с этим пузырьком. Мы нормально оплатим даже, ну, типа мимо кассы, если что. Договоримся. Ну, да. Решим. Что, да, Макс? Где, работает он? Ну, в да, плане... Попробуем. Верните назад, пожалуйста, те вещества, которые там были. Мы вроде договорились, как бы... Мне могу кажется, взять же, да? Ничего не выйдет. Нет. Ну, может, договорились. А как вы тогда... А как я тогда буду его синтезировать? Нормально что? Голова не кружится? Да вообще ничего. Это... Вот в ближайший просто час нет, все-таки никаких резких движений пока. То есть он может еще будет... Здесь не сдохнет. Как-то в кровь упадет, и потом будет уже... По-другому работать. Все, спасибо, ждем от вас результат, наконец-то. До свидания.